Я видела, как словом убивают. Я видела, как словом раны лечат. Я видела, как словом утешают. Как словом душу хрупкую калечат. Я видела, как словом радость дарят. Я видела, как словом дарят слезы. Как слово может превратиться, послужить ударом. Как слово может превратиться в розу. Не с языка слова у нас слетают, они исходят из глубин сердечных. Слова гремят, как гром, или тихо тают, порой обдуманы, порой беспечны. Мы сами говорить с собой не будем. Слова даны нам Богом для общения, и со словами мы выходим к людям. Что мы несем, печаль или утешение? От слов, что нами сказаны, тепло ли? Или холодом пахнет на чью-то душу? Что сеем мы, хорошее, плохое, от наших слов кому-то хуже, лучше? Из одного источника не могут потоки сладости и желчи лица, а мы благословлять способны Бога и теми же устами ранить ближних. Слова Иисуса были с благодатью, и сладостью уста Его дышали, словами мог спасать и утешать Он, где б не был Он, к словам Христа бежали. Он лишнего не говорил и злого. Он ничего не добивался криком, не лгал, не унижал, не пустословил. Он словом добрым в душу мог проникнуть. Он обличал, но сам терзался болью. Слова Христа, о нет, не убивали. Не посыпал он чьи-то раны солью. Слова Христа с любовью врачевали. Он никогда в словах не ошибался. Он не спешил со словом торопливым. Он в поисках слов нужных не терялся. А иногда Иисус был молчаливым. Кто говорит, что Иисуса знает, то должен быть внимательным и чутким. Тот не допустит, чтобы искра злая слетела с уст, боль причинив кому-то. Кто говорит, что знает Иисуса, тот должен на Иисуса быть похожим, на чьи-то раны лить бальзам, не уксус, и слов своих ошибки видеть строже. Слов наших мало быть и много может, но пусть из уст любви текут потоки. Что сказано с любовью, то от Бога, что без любви, то от других истоков. И кто воистину Иисуса знает, тот будет осторожен в слове каждом, словами утешая, обличая, в речах своих любовь Христа покажет. Аминь.